день благоприятен для людей, родившихся в годы тигра, кролика, обезьяны и курицы. Хорошо в этот день делать добрые дела, почитать три драгоценности, совершать подношения, спорить, судиться, заказывать табан хорюлга, женсерик, ставить закваску, а также проводить похороны и поминки. Неблагоприятен день для людей, родившихся в годы коровы, дракона, овцы и собаки. В этот день не стоит устраиваться или помогать устроиться на работу, нанимать сиделку, работников, а также повышать физическую нагрузку. Стрижка волос к ухудшению зрения, отправляться в дорогу к утратам и краже.